Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Disciples Liberation. В прошлой серии мы закончили пролог и попали на имперскую карту. Давайте с ней знакомиться. Здесь первый у нас крестьянин Эд. Но, как я и говорил, крестьяне здесь очень суровые. Видимо, модельку крестьянина не нарисовали, поэтому он у нас такой достаточно суровый получился. И это на самом деле круто. Так, ну ладно, давайте с ним поговорим. Заслышав звук копыта, из небольшого крестьянского дома выглядывает старый солдат. А, это старый солдат с ржавым мечом в руке. Окей, я беру свои замечания назад. Если ты пришла грабить, знай, у меня ничего нет. Я Авианна, я тут просто проездом. Прошу прощения, меня зовут Эд. Я немного нервничаю из-за потрошителя, который требует с меня десятину. Если я не заплачу, он сказал, что заберет у меня дом. Плати или точи меч. Почему на тебе солдатская форма? Ты больше похож на солдата, чем на крестьянина, Эд. Я и был солдатом. За службу старый король выделил каждому из нас по наделу. Думаешь, воевать тяжело? Попробуй пахать землю. Ясно, что выращиваешь? Вряд ли ты приехал сюда поносить мой труд. Мы выращиваем пшеницу на пиво. Но с тех пор, как вода в реках прогоркла, урожай совсем никудышный. В порт Гримарди я не бывал. И что там случилось, не видел. Но судя по тому, что я слышал, возможно, оно и к лучшему, что я остался здесь. А кто такой потрошитель? Потрошитель? Ничего себе имечко. Я не знаю его настоящего имени и знать не хочу. Его прозвали так, потому что он потрошит наши кошельки и собирает налоги для барона Галтье, короля наемников. Точнее, собирал. А и сколько ты ему должен? Подозреваю, ты ему крепко задолжал. Больше, чем можно выручить земледелием. Потрошитель с меня последнюю рубашку снимает, а если ему покажется мало, то и кожу тоже. Ну, платили, точи меч. Похоже, вариантов у тебя немного. Заплатить потрошителю или заточить получше железку, за которую ты так отчаянно хватаешься. Он опускает глаза и сжимает ладонь, стискивающую меч. Я свое отвоевал. Когда восстание только началось, я делился с мятежниками урожаем. Это были достойные люди, которые сражались за правое дело. Но они продолжают приходить снова и снова, и с каждым разом требуют все больше. Теперь они ничем не отличаются от обыкновенных воров. И пока это не изменится, мятежники будут забирать твой урожай, а потрошитель – деньги. Именно. По крайней мере, пока я не помру от голода. Тогда они устроят грызню над моими костями. Или мы убьем их первыми, или убьем потрошителя, или убьем мятежников. Или мы убьем их первыми. Кого? Потрошителя, мятежников или всех? Потрошителя, мятежников или всех? Потрошителя, мятежников. Ну, потрошитель не очень хороший человек. Мятежники, ну, тоже не очень хорошие, получается. Может быть, когда-то они сражались за правое дело, но, по всей видимости, сейчас у них не все так хорошо. Ладно, давайте так. Если сидеть сложа руки, ничего не изменится. Я предлагаю убить потрошителя за сбор десятины, а мятежника за то, что забирают у тебя урожай. Ха, рассказывай. Но если у тебя получится, мы, крестьяне, скажем тебе спасибо. Хотя мне почти нечего предложить тебе в награду. Сперва правосудие, потом плата. О равнинах расскажи. Какие новости? Я слышал о нападении на церковь святого Дарчильда. Говорят, кто-то хотел убить Дарчильд. Мне кажется, как-то неправильно. Может, Дарчильд, то есть темный ребенок. Потому что Дарчильд странно звучит, ну ладно. Говорят, кто-то хотел убить тамошнего священника и чуть не разрушил всю церковь. А потрошитель расскажи. Ну, кое-какие новости до меня отходили. Он дружен с бароном с юга и был правой рукой короля наемников. Влиятельные друзья сделали его богачом. Потрошитель носит на шее ключ. Говорят, что ключ к его сокровищам, но чтобы его получить, придется отрубить ему голову. О мятежниках. Кормить мятежников — благородный поступок, Эд. Но неужели ты думаешь, что у них есть шанс против империи? Не империи, вуали. Если не здесь, то где нам отказать сопротивление? Кое-кто считает, что мятеж спровоцировал вуаль, чтобы был повод вести на равнины войска и занять Хейл. Может быть, кстати. Ладно, я об этом позабочусь. Не знаю, чем это может закончиться. Это не упускай меч из рук и не высовывайся до моего возвращения. Так, разобраться с бунтовщиками, прячущимися в южных горах. Так, дневник у нас есть. Окей, здесь отображаются ваши задания, отношения со всеми фракциями. Так, пока у меня со всеми нейтралитет. Журнальчик. Смерть и налоги. Разобраться с потрошителем, разобраться с бунтовщиками. Короля взамен король выделил им на дело. Между двух соперничающих сторон.
Ну, не думаю, что кого-то из них стоит особо ж... Ну, посмотрим. Но сомневаюсь я, что кто-то из них... Кто это? Святилище Слониэль. А это у нас кто? Это уже задание. Так, Рейно Присягнувший. Ты кто? Хоть древний храм и выглядит заброшенным, его окна и двери наглухо закрыты. Час единения Троицы близок, но он еще не наступил. Ясно. Так, подождите, а у нас никакого лута не было? А, так, дерево-способность. Во-первых, одно доступное очко нам выдали. Не знаю, у нас, в принципе, сбросить можно будет, поэтому пока что... Я еще не знаю, в кого вкачиваться, вот что. Непонятно, за кого я буду в итоге воевать. Может быть, магию, конечно, прокачать. Это тоже было бы интересно, но я не думаю, что стоит сильно распыляться. Командная работа, сила атаки, все типы сопротивления увеличены на 5% для бойцов, рядом с которыми стоит минимум один союзник. Давайте, наверное, сначала Нефилиму прокачаем. Авиан, ее спутники получают плюс один к боевому духу. В принципе, неплохо. Повторюсь, возможно, потом сбросим. Сейчас немножко поиграем и сбросим. Там первый сброс должен быть не очень дорогой. Поэтому так. Так, лута у нас никакого нет. Бойцы, Орион, у тебя тоже ничего новенького нет. Мечи, мечи, сила атаки, очки здоровья. Нормально, пока что так. А вот и потрошитель, кстати, страж Хейла. Потрошитель. А, нет, ворота замка Хейла. Мне кажется, я пока что не готов драться с потрошителем. Давайте поисследуем территорию. Потом уже к потрошителю зайдем. Колокол мученика Юберды Лейли, первый короля наемников. Мученик Юберды Лейли, серьезно? Ну да ладно. Так себе из него мученик, честно сказать. Эти грибы воняют. Соблазн велик, но, пожалуйста, давай не будем их есть. Как скажешь. А, ты вот про эти грибы? Ну ладно. Так, лесопилку надо захватить. Войско империи. Нет, это какое-то сильное войско. Я пока не готов сюда влетать. Давайте сначала дерево займем. Дерево, золото. Ну и влетаем в лесопилку. Порой ваш отряд может оказаться настолько могучным, что врагов не останется ни единым шансом. В таких случаях вам станет доступна кнопка завоевания. После использования функции завоевания вы автоматически выиграете бой, попадете на экран победы. Вы получите такие же награды, как если бы провели бой вручную. Завоевание всегда отключено для битв, связанных с основными заданиями, заданиями спутников и дополнительными заданиями. Завоевание, допустим, победить всех врагов. Получили мы кожаные штанишки, деньги. И опыт получили, как обычно. Вы захватили свою первую постройку. Захваченные постройки производят для вас ресурсы. Каждая постройка производит один вид ресурса и увеличивает его максимальный запас. Когда максимальный запас накоплен, постройки перестают производить ресурсы. Не забывайте возвращаться в замок Ильяна, собирать ресурсы. Ну, понятно, чтобы не простаивали и чтобы не прогорало. Но все так, у нас есть штанишки. Сила плюс 2, сила плюс... Плюс 1, а здесь плюс 2, а ловкость плюс 5. Обеспечивает лучшую защиту, чем ткань. И куда более стильная, чем металл. Одним словом, кожные штаны — лучший выбор для воина. Да, только они внешний вид вообще не меняют. Ну ладно. А, так, а это где у нас... Где... А, вот они у нас. Ловкость улучшает инициативу, увеличивает шанс критического удара. А еще что? А еще силу. Физическое сопротивление улучшает божественное сопротивление, улучшает силу атаки. Рекомендуется для наемника, ведьмака и полководца. Наемник, ведьмак и полководец. Но это, по всей видимости, будет зависеть от прокачки нашей. Наемник, ведьмак, полководец. Ведьмак это, по всей видимости, вот это направление. Полководец, а это наемник. Хотя, возможно, нет. Возможно, здесь какие-то разные комбинации будут. Посмотрим. Мне это нравится. Такие вот вариативности. Пускай вроде мелочь какая-то, пускай просто название... Да есть курить, а что, какие сильные, 9 уровня аж. Я пока не затащу вас, ребят. Повстанец. Повстанец, а у тебя дальше что здесь? Железо, драконий, железный рудник аж 10 уровня, ничего себе. Энг, можно с тобой поговорить, Энг?
Несмотря на то, что дреблющая туша, что возвышается над вами невероятно огромно, не слышно ни звука. Стоит мертвая тишина, и вот где-то в недрах вашего естества раздается голос. Разбуди, Энг. Вы в ужасе пятитесь. Ясно. F5 работает? F5 работает, прекрасно. Будем периодически сохраняться. Так, повстанец. Вы приближаетесь к опустевшему лагерю, когда вокруг вдруг слышите за спиной шорох. Из-за выступа скалы появляется человек. Наши стрелы смотрят тебе в голову, поворачивай назад или умри. Меня зовут Авиана, я пришла от Эда. Мы знаем этого человека, зачем ты пришла? Вы воры, которые прикрываетесь восстанием, готовитесь к смерти. К вашему удивлению, рядом появляется еще один вор, за ним еще один и еще, а потом... Ну, ясно, это не с каким-то лидером повстанцев надо сражаться, это просто с четырьмя солдатами надо сражаться. Ну как солдатами, с ворами, окей. Демоническая сила, забафили нас. Так, напомните, как вы нас... А еще знаете, что напомните? У меня все нормально с разрешением. Я вдруг... Да, все нормально с разрешением. Ну ладно, ребята, неплохо нарисованы. Стоит отдать должное. По крайней мере, над такими... Ну, дальше посмотрим, конечно, как они реализовали более могучих юнитов, так скажем. Вот стартовые юниты, по крайней мере, пока неплохо нарисованы. Так, напомните мне... Не... Так, этот зомбач, он, по-моему, что-то добивает. Это бафает урон одержимое, а рыцарь бафает защиту, насколько я помню. Так, это на что такое печать слабости? Да нет, ждем пока. Пока ждем. Зомби тоже ждет. Да, другой зомби атакует, отравляет. Измотаем. Хорошо, это рыцарь нас забафал. Готовлюсь к наступлению. Мы одержим победу. Хитрец какой, посмотрите. Стал перед меткой прямо. Так. Он по линии атакует. Она точнее. Так, нет, подожди, ты подожди. Иди сюда. И чуть-чуть атакуй. Хорошо. Ты... Я пойду здесь. Наверное, стоит сюда подойти. Так. Идем. Ты, наверное, сюда. Сейчас как-то попробую, может быть, вот эту воина с двух сторон обойти. Уныние. Уныние — это неплохо. Зомби. Так, как теми вонючая отрыжка. Девяносто девять урона. Так. Хотя сколько скорость? Блин, он сможет дойти, он правда ослабленный будет. Ладно, давай сюда. Командная работа. Попробуй поймай. Я, наверное, даже так вот лучше сделал, чтобы с фланга обойти. Можно было, конечно, два раза вот в него ударить. Но я думаю, что вот этого окруженного товарища просто убьем. Когда боец терпит поражение, он падает на кладбище. Чтобы узнать, какие бойцы оказались на кладбище, используйте соответствующий значок. Напавших бойцов на кладбище действует множество заклинаний умений, включая заклинание воскрешения. Будьте осторожны. Если после битвы павшие бойцы останутся на кладбище, то они умрут. Я пошла. Логично. Так, давай сюда встань. Ты... Ну ты сюда... Нечестивый урон отравляет цели, если у них меньше половины здоровья. Но этих ребят пока... Пока больше. Было больше. Или он уже был отравленный. Под защитой. Сдерживаю врага. Мы примем бой здесь. Ай-яй-яй, нашего зомбача с фланга обошли. В наступление. Прорываю линию обороны.
удерживаю строй. Петрицы, ладно, неплохо. С фланга обходят. Так. Вы его сможете добить? Правда, очень мало. Стрелки урон наносит, конечно. Прям совсем мизер какой-то. Так, ладно, конец хода. Так, ты. Они даже ничего не поймут. Наверное, сюда зайдем. 218. Мы примем бой здесь. Не добьем. Или добьем? Не, добили. Прекрасно. Вы... А можешь подлечить? Так, не дотягиваешься, да? Ну давай сюда, отсюда дотянешься. Отсюда дотягивается. Да ты давай тоже его лечи. То что-то как-то он сильно пострадал у нас. О! Почти как новенький. Отлично. И обходи. Удерживаю строй. Измотаем их. Попробуй, мой. Мы примем бой здесь. Я думаю, стоит ли сейчас лечиться заклинанием. Может, просто в защиту встать, не бить сейчас. Давайте так-так чуть-чуть его подлечим. Мы примем бой здесь. И... Да ладно, просто ждите. А ты попадешь? Нет, не попадешь. Тоже жди. А, нет, все, конец хода, не надо ждать. Отбивай. Так, 165 опыт, хорошо, 625 монеточек. Повысились у нас, прекрасно. Нужно вернуться к Эду и рассказать ему, что произошло. Но вернемся. Подождите, я, знаете, хочу посмотреть, насколько они у нас... Ну, сила атаки на 2 выросла. Здоровье на 6. Это сколько получается? Полтора процента. Здоровье выросло. Маловато, конечно. Ну ладно, а у тебя, допустим, на сколько? Сила атаки. На 5%. Здоровье настолько же. Ну ладно, видимо, у рукопашников побыстрее растет, чем у стрелков. Ну хорошо, к Эду вернемся. Здесь пока какие-то очень сильные ребят стоят. Сюда пока не залазим. Ищем еще тех, кто нам по зубам. Так, а это мы следы оставляем, что ли? Нет, не мы. Я уже думал, это наши следы здесь нашлепанные. Так, здесь что? Здесь золотишко. Крепость Вуали. Войско Империи. Ну нет, это по силам нам. Один паладин и два солдата. Это по силам. Ну, паладин такая, улучшенная версия. Ух ты ж. Увеличение. Сколько у вас скорости? 4. Я думаю, что надо прямо сейчас занимать. Иначе они вот так вот пройдут и все займут. Давайте лучше я сам займу. Уйду в инвиз. Давай тоже сюда и тоже конец хода. Ты пока... Ай, нет, надо было наждать. Зачем конец хода нажал?
наступление. Но они так или иначе пройдут сейчас вот через эти две хилки. Бойцы, вперед! Готовлюсь к наступлению. Угу. Регенерирует. Слава и честь. Этот товарищ тоже будет регенерировать. Ладно, немножко постреливаем. 29. Ты тоже 29. Так, здесь. Ну, здесь на самом деле по площади можно судануть. Отлично. И, наверное, завершим ход. Здесь. Прокрадусь мимо них. Бьем этого воина в спину. Я очень забыл. Больно бьем. Да. 436 урона. Обалдеть. И давай, наверное, вот сюда. Хотя не, зря сюда. В окружение попаду. Зря сюда пошел. С другой стороны, можно так. Сразу по двоим. Ты, кстати, сможешь сейчас паладин добить? Внезапный вопрос. Нет, не добивает. 55, 58. Так, а уныние минус боевом духу. Отравление. Отравленный боец наносит меньше урона. Уныние минус один к боевому духу. Ладно. Мотивация. А, на прошлый ход, наверное, на них счет защиты была, поэтому мы меньше урона им нанесли. Вот у них святая решимость. Берет под защиту. Под защитой снижаем урон, на следующей атаке уменьшается на 50%. Ну да, поэтому мы меньше урона наносили. Сейчас урон полноценный прилетел. Мы не сдадимся. Сегодня ты умрешь. Ай, по площади. Неприятно. Не очень больно они бьют. Удерживаю строй. Хотя зомби страдает. А что это она сама? А ты зачем? А, провокация сработала, черт возьми. Ладно, сработала провокация. С радостью. Ну, с радостью так с радостью. Попробуй, мой... Ну, зомби сейчас подлечим. Конечно, странно это. Ну, объятие теней с помощью темной силы Голиана. В принципе, это какая-то не очень светлая магия, поэтому нормально ей зомби лечить. Так. Ну и немножко тоже сам отхилься. Удерживаю строй. Причем неплохо действует вот эта защита. Интересно, в каком принципе он, конечно, накидывает. Но, может быть, на самого слабого. Кому нужнее, так скажем. Будет. Да, конечно, в спину он лупит. Прекрасно. Так, сколько? 165 опыта, 875 золота, хорошо. Тихонечку движемся к следующему уровню. Так, здесь нам в замке... Подождите, а если сюда куда-нибудь или сюда нельзя спуститься? Нет, сюда нельзя, там красная метка. Ладно, тогда здесь... Ух ты ж, сундучок. Что у нас тут? Кожаные штанишки, а у нас уже есть же такие, или нет? Это прям точно есть такие же. Нет, не такие же. Сила плюс один, физическое сопротивление плюс два. Ну, наверное, нет. Оставлю те, что сейчас одеты. Пятеро пятого уровня. Пятеро пятого уровня. Нас, конечно, тоже пятеро, но мы далеко не пятого уровня. У нас еще есть поддержка, у нас есть еще магия. Не знаю, наверное, пока что нет. Фонтан исцеления тоже пока что нет. Мы этих воинов империи можно размотать.
Золото. Так, барон Галтье, светлейший Вакелин. Сперва вы слышите топот солдатских сапог, затем лязг металла, затем нестройный хор голосов. Казармы короля наемников заняли стражники вуали. К вашему удивлению, вас встречают как дорогую гостью и ведут мимо тренирующихся солдат в покое светлейшего нового управителя казарм. Хвала все отцу за то, что направил тебя к нам. У меня есть срочное дело, я хочу поручить его именно тебе. Садитесь, пожалуйста. Отлично. Нет, но можешь встать на колени. Спасибо, посижу. Хорошо. В ногах, правда, нет. Вы садитесь, и светлейший взмахом руки отсылает стражу. Обеспокоенность на его лице превращается в ужас. Выкладывай. Пресвятой аббат Хейла, жестокий подонок, и лично я буду рад увидеть его голову на пике. Хвала все отцу, свет его да пребудет с тобой. Тьфу! В том, что он делает, что они с инквизитором-регентом заставляют нас делать. Нет ничего священного. Изаба, моя жена, инквизитор-регент сказал, что в ее груди бьется сердце ведьмы. И ты поверил? С инквизитором-регентом не спорят. Он потребовал, чтобы Изаба прошла ритуал очищения, а меня за это помазали в сан светлейшего. Но Изаба сопротивлялась. А как она кричала, пока ее волокли в церковь все отца. Эти крики до сих пор звучат у меня в ушах. Я правильно понимаю? Ты отдал жену на очищение ради повышения по службе? Повышение состоялось, но ты хочешь ее вернуть. Я оказался слаб, но время еще есть. Найди ее, верни домой. И во имя все отца не рассказывай об этом никому. Но я найду ее. Если я это сделаю, ты будешь мне должен. Светлейший вздыхает, его глаза наполняются слезами. Конечно, я сделаю все, что ты скажешь. Но они что сделают с женой-то? Когда ты отдал им свою жену, ты наверняка знал, что с ней станет. Я слышал истории о кровавых жертвах и молитвах, о том, как злые духи вырываются из тел нечистых, но сам ничего подобного не видел. Кто такой инквизитор-регент? Ну да, регент, когда-то я понимал пути вуали. Мы были для императора глазом совести. Своим учением мы смиряли его прихоть и его дух. А потом я встретил инквизитора регента. Этот человек ужаснее даже обезумевшего императора. Это казармы гвардии короля наемников. Что здесь делаешь ты? Императорская гвардия? Пьяни-монажеры. Одна из множества мрачных теней нечестивого прошлого империи. Пресвятому аббату нужны были тела для работы. Императорская гвардия их поставляла. Ну ладно, счастливо. Если твоя еще если жена жива, я ее найду. Возвращайся ночью. За нами наблюдают, я в этом уверен. А здесь бывает ночь? Внезапно, ладно. Так, ты кто? Барон Галтье. Посреди грязного внутреннего двора резиденции барона крупный, жизнерадостный мужчина осматривает сломанную повозку из-за расщепленных бортиков, которые торчат несколько стрел. Жестом руки он подзывает вас к себе. «Эй, ты! Мне тут как раз пригодился бы наемник с наметным глазом. Это уже третий караван, атакованный в лесу. Ну, что скажешь об этих стрелах?» «Понятия не имею, они определенно эльфийские, они промахнулись по своей настоящей цели». «Они определенно эльфийские». Да я понятия не имею, что за стрелы. Я не понимаю не больше твоего. Мне тут не предположения нужны. Вот это вот эльфийская стрела. Должно быть, стреляли, чтобы напугать караванщиков, украсть товары, и чтобы никто не пострадал. Никто, кроме меня и моего банкира. Это твои караваны? Да, были моими. Я барон Галтье. Эти караваны мои, это баронство мое, и выходит, эта проблема с эльфами тоже моя. Хоть ты не кажешься мне особо наблюдательным, но того, кто разберется с этим для меня, ждут деньги, хмельная медовуха и слава. Но я найду эльфов, которые это сделали. Как погляжу, ты говоришь на моем языке, барон. Раз уж мы теперь партнеры, зови меня Галт. Ладно, зачем эльфам нападать? Эльфы никогда не жили на равнинах. Должна быть какая-то причина, почему они здесь и почему так рассвирепели. Их бог мертв. У них только недавно закончилась гражданская война, и они разбросаны по всему Нивендаару. Такое кого угодно выбьет из колеи. Так, караван. Чтобы не перевозили те караваны, эльфам оно было явно нужно. Это были самые обычные медикаменты, отправленные мною на Верантаорский фронт по доброте сердца. Как давно ты барон? Похоже, тут уже давненько, Галт. Мы со старым королем правили здесь еще до появления вуали. Теперь его нет, а скоро уйду и я. Старикам нет места в этом мире. Ладно, я найду эльфов, которые это сделали. И, Галт, можешь называть меня Ави. Окей. Ладно, так, у нас же есть даже карта, да? Да, есть карта, на ней отмечено то, что мы еще не зачистили. Железный рудник.
10 уровня, Золотой Рудник 5 уровня. Здесь тоже ребят 5 уровня. Фонтан Маны, Баронство. Так, ну ладно. Слушайте, а вот это задание, оно же не на время, я надеюсь. Найти жену. Надеюсь, что не на время. Так, войск империи. В бой. Так, это что такое? Это что такое? Сфера сопротивления дает устойчивость первому бойцу, который встанет на этот гекс. Плюс 10 ко всем видам сопротивления. Неплохо. А это что такое? Растерянность на первого бойца накладывает. Сфера решительности. Плюс 2 к боевому духу. Ух, неплохо. Подождите, а у Ориона у него и так воодушевление. У нас постоянно с высоким боевым духом бегает. В принципе, можно будет... Да, давайте нашему командиру добавим решительность. В наступление. Отец, направь мой клинок. Сегодня славный день для битвы. А я сопротивляемость забрал. А здесь накладывать немоту. Так, ладно, вот так вот станем, чтобы если он к нам подошел, то под немоту попал. 23 урона. Ты... Жди, наверное, пока. Так, много? 34, кажется. А, нет, 64, что-то много. Так, откуда сейчас имеет смысл прорываться? Попробуй поймай. Попробуй поймай, да. Почувствую. Ладно, давай сюда. И зомби его же бей. На следующий ход он в окружение попадет. Ты, наверное, сюда. Да, только в немоту не вставай. Она даже по линии лупит. Слушайте, это здорово. Как-то раньше у меня не получалось атаковать их по линии. Так, ладно. И сюда. А что по магии? У меня же есть призыв мелкого демона, но надо, чтобы был кто-то растерян или горел. Воодушевляет цель и усиливает носимый ею божественный урон. Божественный нечестивый урон ослабляет цель. А много урона? А на него что-то не действует. А, она по прямой атакует, окей. Она атакует по прямой. Ну ладно, встань сюда. Для окружения. Ай-яй-яй, окружение, конечно, хорошо, но, блин. Неправильно я сделал. Я сделал неправильно. Его зомби сможет добить с окружения или нет? Интересный вопрос. Не добьем. Мы не сдадимся. Чуть-чуть прямо осталось. Сегодня ты умрешь. Так. Только по одному. Ну ладно, зато добиваем. Ух, ничего себе. А что-то она его так... испепелила. Семьдесят три. Так, ну здесь сейчас альтушечка должна прилететь. Так, ты, дружище, иди сюда. И в спину. Ну, от этого, что ли, ударь. Зомби у нас идет вот сюда.
Получается, этого товарища мы окружили. А здесь круговая атака полетела. Минус один. Немножко подлечимся. Так, ты сюда? Ну ладно, размотали. А почему ты не хочешь? Ай-яй-яй-яй, вот эти каменюги мешают. Они же низкие, ну как так? Почему ты их не можешь сквозь них стрелять? Они же достаточно низкие. Я, наверное, даже не буду его убивать, подлечу. Он сейчас не так много урона нанесет, а на следующий ход в любой случае умирает. Продолжает он в нашего мага стрелять. Ну да. Убейте всех врагов. Потихонечку движемся вперед. Мана. А мне не нужна пока мана. Я же заклинание вообще не использовал. Канониса Маэльт, последовательница Галиана. Вы приближаетесь к древнему заросшему святилищу. Изнутри доносятся стоны. Канониса. Близит соединение троицы, юное создание. Возвращайтесь позже. С меньшим грузом на плечах. В смысле с меньшим грузом? Ответственности? Или что? Что ты имеешь в виду? Так, ядовитые лианы. Требуется спутник, который умеет избавляться от лиан. Ладно. Золотишко. Это что такое? Божественная эссенция. Ничего себе. Божественная эссенция, это сильно. Так, а что у нас? А нет. Ай, нет, я зачем нажал-то? Ладно, нажал. Телепортировался. В том плане, что... Нам же нечего сейчас строить. Мы никаких новых чертежей не нашли. Собрать ресурсы. Что можем собрать? Дерево можем собрать. Окей. Так, ладно, назад. Назад, назад, назад. Пока ничего строить там не можем. Нет чертежей. Ну ладно. Так, эльфийка цепкая. Сейчас она попросит нас кого-то укокошить, насколько я помню. Короткий свист оперения — единственное предостережение, которое успеваете получить перед тем, как эльфийская стрела вонзается перед вашими ногами. Вы поднимаете взгляд вверх по ее траектории. Вокруг лишь деревья, мирно щебет птиц и купол неба над головой, и ни единого эльфа. Кто бы ты ни был, ты промахнулся. Это эльфийское приветствие, оно означает, что ты вступила на их территорию. Вообще-то, это первый из двух приветствий, следующим будет стрела в шею. Из леса выходит небольшая группа эльфов. Силы определенно не равны, к тому же у них оружие. Шаг вперед, и ты умрешь. Шаг назад, будешь жить. Я не хочу никому причинять вреда. Я пришла лишь поговорить. Барон Гал считает эти леса, как и эту дорогу, своей собственностью. Мне нет дела до того, что он считает своим. Ты на границе Тираниэла, родовой вотчины династии Ти, моей династии. А он рассказал тебе, что перевозят его караваны? Он отправляет медикаменты на фронт в Веранто-Оре. Очередная ложь. Он переправляет драконьи яйца, украденные у могучей Энг. Невозможно. Я встречала Энг. Она бы сожрала его заживо. Чувствуя ваше неверие, эльф отводит вас к гнезду, в котором лежат огромные расколотые яйца. Лишь одно из них целое. Оно аккуратно упаковано в ящик, помеченный «Медикаменты. Барон Галтье». Ну, а теперь ты понимаешь. Невероятно, их так много. Некоторые кусочки выглядят так, словно им сотни лет. Эти яйца были почти готовы вылупиться. Сперва Галтье перевозит по нашим землям украденное, а потом еще и лжет об этом. Он мерзок, даже для жителей равнин. Блин. Интересный подход. Барон Галтье. Ну, я убью его, это так себе вариант, честно сказать. Я заберу это яйцо, я настоящая воровка, здесь ты. Люди равнин понимают лишь один язык, язык сил. Единственный способ остановить барона — заставить его остановиться. Даю тебе слово, я сделаю это. Тогда я даю тебе слово, что это яйцо будет возвращено его матери. Отныне ты друг династии Ти. Да направит тебя Галиан. Ух, блин. Может быть, я даже зря это делаю? Ну да ладно. Ой, нет, можно захватить, подождите. А я уже сразу что захватил?
Интересный подход. А кто лианы-то убирает? Кто из вас убирает лианы? Непонятно. Ну ладно. Сюда я пока не могу попасть. Божественная эссенция какая-то. Сундучок. Повозка с мертвой коняшкой, к сожалению. Здесь канониса Маэльт, который сказал возвращать попозже. Здесь... Блин, барон Галтье. Барон, давайте поговорим с ним. Барон, нам нужно поговорить. Я же говорил, называй меня Галт. Хватит этого фарса, Галт. Я знаю, что ты украл драконьи яйца, и знаю, что ты переправляешь их на фронт. Обычно веселый, жизнерадостный барон мигом мрачнеет. В его глазах внезапно мелькает злая искра. Ложь. От начала и до конца. Единственный лжец здесь ты, барон. Стража, взять ее. Архимаг. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, мне кажется, это надо будет загрузиться. Нам сейчас накостыляют здесь. Насколько они сильнее нас? Допустим, 650, а у вас 621, 110 сила атаки. Но сила атаки гораздо меньше. Ой-ой-ой, архимаг очень сильный. Сила атаки 120. Жрица. Паладин, солдат, солдат. Ну я... Блин, да я просто сейчас солдат потеряю. Не хочется мне этого. А, Макун даже сзади бахает. А, Макун сам не участвует. Макун сам не участвует. Тогда ладно, тогда может быть есть шансы. А что ты делаешь, Мак? Как ты их бафаешь? Блин, я его даже выделить не могу. Проблема. Так, ладно, ты что умеешь? Пассивное исцеление всей отца и цепь исцеления также снимают один негативный эффект с каждого попавшего союзника. Окей, цель и цепь исцеления. Регенерацию дает. Луч света. Ослабление дает. Здесь сфера решимости. Решимость. Блин, это плюс морали. Они сейчас это получат. Ходьба 4. То есть это по-любому получат. И эти вот две получат. Ну, можно, конечно, забрать, но... Так себе идея. Так, ладно, ты, наверное, жди. Ты займи вот эту решимость. Да, решительность. Плюс 10 к силе атаки, плюс 5 к шансу критического удара. Можно, конечно, еще одну даже забрать. Нам, правда, урона миллиард влетит. А мы выдержим. Ну и на следующий ход зато можно будет рассекающий удар вжарить. Да, я еще одну заберу. Еще плюс мораль. А это мне засчиталось? Решительность. А, они не стакаются. Черт, они не стакаются. Ладно. Зомбачу плюс мораль. Жди. Так, ладно, я беру свои слова назад. Как странно, он сейчас накинул. Ой-ой. Так, зомби по лицу получил. Прорываю линию обороны. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Они не хотят играть с нашим командиром. Или хотят? Но они все встали прям под сальтушечку. Хотя вот этот... Этот товарищ не встанет под сальтушечку. Ну, как минимум трое под сальтушкой стоят. Так. В принципе, здесь вот можно будет этих двоих проатаковать сразу. А здесь вот этого одного. Есть у нас, если что, лечение. От эльфиечек наших. Это, в принципе, должно будет помочь. Хотя у них тоже есть лечение. Ну ладно. Ух ты, еще и кританула. Обалдеть, у нее бафов, конечно. Ай, неприятно. Неприятно. Так. Можно сразу сюда встать. И в спину удар нанести. Можно сюда встать. Вот этому товарищу спину удар нанести. Они даже ничего не поймут. Да, давайте, наверное, ему... Я займусь.
Очень больно ему. Сейчас вот интересный вопрос, что лучше сделать. Два удара сюда и его убить. Да, наверное, его надо убивать. Отлично, минус один. Так, здесь... Можно встать, ну, сальтушечка только по двоим проходит. Вот это, ну не сальтушечка, рассекающий удар. Проходит по двоим. Можно отсюда ее ударить по двоим, можно здесь по двоим. Но отсюда, если ударить по двоим, то вот этому солдату это будет сокружение, повышенный урон. Да, полздоровья ему просто сдуем. Прекрасно, еще и зомби по нему сильной атакой вжарят. Можно еще и отравить. Хорошо. И подхилься немножко. Мы примем бой здесь. Вот это хорошо, устойчивость упала. Хотя вряд ли по ней, конечно, будут атаковать. Мы не сдадимся. Да, зомби тяжело, зомби надо лечить. Лечить или по двоим проатаковать? Ну, зомби еще половина здоровья. Нет, лучше по двоим проатакую, наверное. Так. И еще разочек. Возмездие. Ай-яй, 132 божественного урона. Да, конечно, такая молния ударила. Там зомби просто разорвать должно было. Но он жив. Так, здесь. Скировка, два раунда, кровотечение. Можно просто подойти и ударить в спину. Прокрадусь мимо них. Давайте, наверное, так вот лучше сделаем. Почувствую его клинка. Да, зомби, конечно, лечить сейчас надо будет. Мы примем бой здесь. 85. Смотаем. 90. Паладин убьем? Вроде убиваем. Да, не дадим ему проатаковать. И... А, ну мы же уже обходили, нельзя... Ладно, конец хода. Ну а здесь зомби лечим. 110. Мы примем бой здесь. Так, зомби, живи. 104. Ну да, лечение тоже, соответственно, у них усиливается с ростом уровня. То есть второго уровня получше подлечил, чем первого. Так, здесь сальтушечка пока еще не перезарядилась, но надо добивать его. И, наверное, надо брать в окружение жрицу вражескую. С радостью. Да, с радостью мы ее берем в окружение. Ой, какой крит хороший упал. Так, здесь... Сюда. Интересно, он дальше зомби продолжит бить или... Да, зомби будет бить. Потому что у него здоровье меньше. Это будет считаться окружением? Считается, прекрасно. 56. Ну хорошо, одолели. В принципе, такой не слабый отряд-то был. По уровню прокачки гораздо сильнее нашего. Да и по юнитам гораздо сильнее. Ах ты хитрец, смотрите, как встал, чтобы ее с фланга не обошли. Ну было бы гораздо опаснее, если бы, конечно, Архимаг сам в драке участвовал. Без него все гораздо проще. Я пойду здесь. Стоит на холмике. Ничего не делает. Так. 59. Зомби страдает.
Так, ладно. Мага одолели. Мы не сдадимся. Шесть. 78, криты летят. Красота. Зомби бей. 108. И подлечись. С радостью. Беги, убивец. А, он все равно первый проатакует. Наступление. Ну, я думаю, сейчас можно и книгу магии немножко потратить. И так тоже. Ну да, зомби в итоге целый. Убийца наш только немножко пострадал. Орион. Ну супер, разобрались. Империя минус 10. Настороженность. Еще одни кожаные штаны. С империи настороженность. Ладно. Стоит телу барона упасть к вашим ногам, и жители баронства высыпают из домов с вашим именем на устах. Слава, кричат они, слава новой баронессе! Ори, что происходит? На равнинах ты становишься бароном или баронессой, убив старого барона. Так это место что, наше? Технически оно твое, баронесса Авианна. Звучит непривычно, но это дело времени. Люди не сводят с вас глаз, похоже, они ожидают от вас речи. Это баронство ваше, присоединяйтесь ко мне в Элиме. В Элиане. Да давайте ко мне в Элиане присоединяйтесь. Люди баронства, покиньте это жалкое место. Ваша баронесса приказывает вам отправиться в Элиан, ваш истинный дом. Люди прославляют ваше имя в надежде на лучшую жизнь. Вы тщательно следите за подготовкой, и когда она окончена, медленно выпускаете сумерки из ваших пальцев, открывая портал к их новому дому. Сперва в него входит храбрейший из всех, за ним следует еще один, а потом еще, и каждый из них впервые видит свой новый дом, так же, как когда-то увидели вы. Класс. Новый боец-солдат. Новое снаряжение слабых осколков мстителей. Новый эльфийский альянс плюс 10. Новый конспект заклинания тьма плюс... Что произошло? Что мне столько всего насыпали? Так, с эльфами у нас плюсик стал. Так, а где у нас взаимоотношения? Эльфийский альянс. Нейтралитет. Ну, чуть прибавилось. Империя настороженность. Ай-яй-яй. Что поделать? Но зато с эльфами улучшилось. А здесь что, настороженность минус один к боевому духу? Блин. У нас теперь минус один к боевому духу у имперцев. Это плохо. Так, из мечей что? Меч барона. Сила атаки плюс 13. Ничего себе. А, ну у нас за предзаказ мега-меч есть. Так, царственный осколок, либо первородный урон плюс 10. Что такое первородный урон? Какой-то демонический, что ли? Еще одни кожаные штаны. Обалдеть, конечно, у меня этих штанов кожаных. И они все разные. Разного цвета. Ну, ладно, почти все разные. Так, способности. Давайте вот это еще плюс 10. Пускай. Командная работа. Пускай максимально работает. Бойцы. Пятого уровня солдат. Ничего себе. Пятого уровня. Это круто. Так, подождите. Бойцы. Орион. Тебе может эту штуку выдать? Я, правда, не знаю, зачем она тебе... Сила атаки 106. Ну, она ему не влияет. Это первородный урон для мага какого-нибудь, наверное. На нас-то это не работает. Солдат. 110, 561. Сила атаки 72. Ну, он пятого уровня. Он гораздо сильнее. По всей видимости, мы победили немножко раньше, чем должны были победить. Потому что пятого уровня, конечно... Ну, не сказать, что он сильно сильнее нас. То есть тут за рост уровня не так много прибавляется-то. Но неплохой товарищ.
Может быть, зомби одного убрать. Пускай зомби третьего уровня пока что отдыхает. А солдат будет с нами сражаться. Ну, у него урона побольше. Ну, здоровье поменьше. Хотя у него минус мораль же сейчас. Нет, у него нормальная мораль. Подождите. Почему нормальная мораль? У нас же минус. Не понимаю. Или Авиана как-то всем мораль дает? Ну нет, это нам мотивирует пассивно. А почему у меня... Вот империя, настороженность. Минус один к боевому духу бойцов империи. Ну? Вот у меня имперский боец. Но у него нейтралитет. Ну ладно. Так, в любом случае вот так делаем. Ладно, с бароном разобрались. Если твоя еще жена жива, мы ее найдем. Окей, встреча с королем наемников в замке Хейл. А до встречи с королем наемников можно еще что-то здесь сделать? Ну, можно, наверное. Мы еще вот сюда не ходили. Так, лечиться нам, наверное, пока что не надо. Жордан, предводитель мятежников. Вы приближаетесь к отряду могучих воинов, от которых разит так, что слезятся глаза. Их предводитель, потный мясистый старик, выходит вперед и харкает вам на сапог с густком бурой мокроты. Ты не похожа на прислужницу Вуали. И от тебя не несет вуалью. Я Авианна. Зови меня Жордан, предводитель Лиги мятежников, сражающийся за последний бастион свободы в Империи. Да даже у богов титулов поменьше будет. Можно просто Жордан. Пойдет. Смерть мятежникам. У меня есть вопросы. Позволь спросить, что творится в округе, Жордан. Он бурчит что-то неразборчивое, что-то вроде непременно. Против чего вы восстали? Последний бастион свободы? Ты имеешь в виду, что сражаешься за Экисхайм? За нас! За тебя! За наших детей! Империя гниет изнутри, а источник этой гнили — вуаль! Они называют себя религией. Как по мне, в них нет ни капли святости. Их учения и обряды подчиняют наши души. Они освобождают их. Им не место на равнинах. Поэтому мы сражаемся. Ясно, откуда эти раны? У вас есть раненые. Это все призрак Вуали. Он охотится на нас по ночам, крадет наших близких и убивает тех, кто пытается дать ему отпор. Кто-то говорит, что это обычный оборотень. Вранье. Это призрак, которого призвала Вуаль. Я его видел своими глазами. Что случилось с королем наемников? Если разговоры о восстании, король отрубил бы тебе голову. Наш великий король сам лишился головы ровно по этой причине. Вуаль говорит, что короля убили мятежники, но мы-то знаем правду. Ни похорон, ни прощальной службы. Как он умер? Его подданные заслуживают ответов. А где все? Мы уже бывали в Экисхайме. Обычно тут более оживленно. Кто не умер, тот прячется. Ночью на нас охотится призрак, днем на нас охотится вуаль. С южной гряды долетают темные вести. Эльфы убивают любого, кто заходит в леса, которые они называют своими. Вижу, не просто приходится жителям вдовьих равнин. Довольно болтать. Жордан фыркает и смачно харкает на землю, вероятно, выражая согласие. Бывай, Жордан, не сдавайся. Вы уходите. Жордан свирепо чешет спину, что можно истолковать как радость встречи Авиана. Так, ну нет, мы пока тут не воюем с ними. Сюда можно спуститься, сюда мост какой-то. Давайте посмотрим, что за... Ух ты. Тебе не кажется, что эти лица на мосту за тобой наблюдают? Определенно. Что за лица на мосту? А, вот лица на мосту, окей. Ну, не знаю, я, наверное, пока не пойду. А хотя, подождите, пойду, наверное. А нет, не пойду. Тут какой-то Матье. Так, кожный доспех. Кто он? Матье, изумительный бард. Вы не верите собственным глазам. В удаленном уголке вдовьих равнин встречаете знакомое лицо вашего старого друга Матье. Ослепи меня, всеотец, если мои глаза врут. Авиана из низин. Вы тепло обнимаетесь и отстраняетесь назад, чтобы получше рассмотреть друг друга. А годы ему к лицу, мысленно говорите вы себе. Вообще-то баронесса Авиана, Мати. Да ну, дома все, конечно, знали, что ты далеко пойдешь, но баронесса... Кстати, а баронесса чего?
Это долгая история. Мой любимый сорт, посиди со мной. Я жарил эту крысу оборотня все утро. В моей сумке есть вино. У огня хорошо. Ну давайте, я все расскажу. Огонь так и манит к себе, а вино... Ты слишком хорошо меня знаешь, старый друг. Мгновения превращаются в часы по мере того, как вы развлекаете его историями, начиная с того, как вы оказались в Лиане, до того, как набрели на его костер. Размахом крылья Энг были с морской корабль, а ее дыхание... Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты тоже ее увидел. Ха! Как бы мне хотелось увидеть все это вместе с тобой. Так что же, ты об этом мечтала? Илиан, место, которое стало для тебя домом, люди, которые тебя уважают, странные приключения. Да, я хочу сделать Илиан своим. Я хочу, чтобы Илиан стал безопасным местом для всех. Пока что. Но Илиан может стать чем-то намного большим. Невендар жесток, но он не обязательно должен быть таким. Мы можем сделать его лучше. После того, как мы добьем это вино, конечно. А, я скучаю по нам. Этому. Я хотел сказать по этому. Я скучаю по этому. Он запинается на собственных словах, скрывая смущение глотком вина. А после он смотрит на вас. Да пошли. Тебе вовсе не нужно ничего пропускать. Ты мог бы присоединиться к нам, отправиться с нами в Илиан, начать там новую жизнь. Может, заодно научишься нормально играть на этой лютне. Вот, вечно ты критикуешь. Соблазнительное предложение Ави, но вряд ли меня можно будет назвать странствующим бардом. Если я не буду, ну, странствовать. Слушай, а ты никогда не задумывалась, ну, о нас? Да я тебя первый раз вижу вообще, дружище, ты что, не... Ну, это в прошлом, старый друг. Когда нам с Ори пришлось бежать из низин, я пообещала себе, что никогда не буду оглядываться назад. Орион... Точно. Что ж, костер будет гореть еще долго. О чем поговорим дальше? Что ты здесь делаешь? Далеко ты забрался от низины. Приспешники Вуали забрали мою мать и отца за то, что они нечестивые. Я больше никогда их не видел. Теперь я странствующий бард, поющий песни и разбивающий сердца. Куда дальше отправишься? Ты не можешь оставаться здесь вечно. Вуаль никуда не денется, и повстанцы никогда не перестанут сражаться. Это небезопасно. Вообще-то я и так здесь подзадержался. Пожалуй, сразу же отправлюсь в Сиролесье. Наклевывается там одна деловая возможность. Что ты знаешь о равнинах? Слушай, ты здесь уже довольно долго. Что можешь искать о вдовьих равнинах? Несколько эпох назад Хейл был резиденцией самого императора. Он по праву считался жемчужной короной империи. Сейчас же это последний бастион надежды для тех, кто пытается противостоять Вуале. А что ты знаешь о Вуале? Можешь что-нибудь рассказать мне о Вуале? Но я слышал, что они не просто очищают людей в темнице Хейла, они экспериментируют над ними, пытаясь превратить их в убийц демонов. Представь только. Ладно, счастливо тебе. Мне было очень хорошо, правда, но я не могу остаться. Понимаю, Ави, я правда понимаю. И буду каждый вечер молить сердца, чтобы он вновь направил тебя ко мне. Но до тех пор... До тех пор я, говорит, буду тут стоять. А, берет шута. Матье, изумите, посиди еще со мной немного. Что ты здесь делаешь? А, это мы все уже... Это все уже читали. Так... Берет шута, интеллект и инициатива. Еще один осколок. Слабый осколок скорби. Нечестивый урон плюс 10%. Кожный доспех. Слушайте, нечестивый урон. А что если... Так, бойцы. Ты вот у нас какой урон наносишь? Ты у нас наносишь нечестивый урон. Силатай 54. Если так, тоже 54. Слабое материальное воплощение скорби. Ладно, давайте попробуем. Ну, они с ростом уровня, насколько я понимаю, пока что никак не отличаются. Но они, в принципе, наверное, не должны отличаться с ростом уровня друг от друга. Ну, ладно. Не, Барт, ты как-то это самое... Торопишь события. Лесопилка может захватить. Ага. Ага. Так, здесь у нас тупичок. Здорово. Здесь золотишко. Здесь церковь играет, здесь... Ой, не-не, подожди. Бар-салют? Мне кажется, здесь немножко переделали карту, разве нет? Бар-салют, я помню, мне какое-то задание здесь на оборотня-то давали. Или это я после того, как здесь что-то зачистил? Церковь Сиатца, можно в подземелье залететь прям сходу. Мать Жанна? Мать? Ух, нет, подожди, а ты кто? Войско Империя. Мать, а тебе чего надо? Одна жизнь церкви выглядит менее враждебно.
Авиана, полагаю, я наслышан о твоих похождениях. Добро пожаловать в нашу святую обитель. Жрица, приятно встретить кого-то, кто не мечтает перерезать мне глотку. Мне нужно предположение, дитя. Но твоя борьба с мятежной скверной в этих краях не осталась незамеченной. Пока что мы с тобой на одной стороне, у меня есть предложение. Слушаю. Я отправилась в паломничество в надежде вернуть под крыло империи три святейших места, что пребывают под властью низших разумов и малых богов. Однако с жителями равнины нелегко общаться, и моя задача осложнилась. Но ты можешь мне помочь, отправляйся в эти три храма, и если нечистые сектанты откажутся уходить, изгони их силой. То есть убить их. Клинок у тебя, Виана, и тебе решать, куда его направить. Я прошу лишь освободить эти места, чтобы я могла вернуть их под наше крыло. Конечно же, ты получишь щедрую награду за это святое место. Ну давай сделаем. Щедрая награда. Меня вполне убедила. Маджана церемонно высокомерно кивает вам. Что за святые места? Я уже бывал на равнинах, не особенно там свято. Куда конкретно мне нужно заглянуть? На востоке храм Слонель тянет силы из мертвой богини. На западе Глиана-поклонники оскверняют наши земли плотскими ритуалами. А третье? Святилище нечестивого Бетрезена сеет свою коварную скверну в порт Гримардия. Угу. Что за культисты? Если святые места заняты, очень хотелось бы заранее узнать, кем. Они поклоняются лже-богам. Конечно, Слонель, Галыня, либо Трезен вполне реальны, но в сравнении со всемогущим всеотцом они лишь букашки. Культистам неведом истинный божественный трепет, а значит, они не знают истинного страха. Считай, что несешь им просвещение. А почему сейчас? Ты хочешь занять не одно место, но сразу все три. Почему? Слухи о твоей проницательности правдивы, Авиана. Хорошо, я расскажу. Эти три места — центр единения Троицы. Не хочу, чтобы ритуал был проведен. Центр единения Троицы? Откуда ты обо мне знаешь? Ты много обо мне знаешь, даже как меня зовут. Я не сужу, не узрев. И я узрела. Это все, что тебе нужно знать. Ну, ладно, счастливо. Я отправляюсь к святым местам. Ну, мы их видели, кстати. Как минимум, Галаниала и Слонель я уже встречал. Ой, не ходи пока. Ну, с этими ребятами можно разобраться, но я пока не хочу. Как говорится, мог бы, но не хочу. Так, а как выйти-то отсюда? Нормально, вышли. Я думаю, что нужно нам, наверное, по основному сюжету сейчас идти. Крисандра. Добравшись до некогда оживленной деревни Экисхайм, вы поражаетесь увиденной картине. Вдоль грязных дорог расставлены самодельные кровати, на них лежат мертвые, раненые, те, кого уже не спасти. На фоне грязи и мучений выделяется фигура жрицы, будто бы источающая божественность. Если ты ранена, займи кровать. Я буду проводить исцеляющие молитвы ночью. А пока ты можешь отдохнуть. Мы направляемся в Хейл. Не обращай на нас внимания. Замок Хейл. Ну, ладно. Это золотишко. Так, а у нас тут кто? А, нет, кто у нас тут? Ну, тоже можно с ними, конечно, побороться. Там жрица. 5-5-5-5-5. Так, здесь никого. В замке Хейл. Что у нас? У нас здесь есть потрошитель. У нас есть страж Хейла. Давайте сначала со стражем поговорим. Я честно не помню, кто мне давал задание на убийство оборотня. Там же прям выбор будет, то ли мятежников убить, то ли оборотня, что-то такое. Вы приближаетесь к замку Хейл, чтобы удивиться не одному, а сразу двум странностям. На пути к замку Хейл вас встречает стражник воплощения вуали, политической секты, влияние которой растет с каждым днем. Но хуже всего другое, ворота, которые всегда были открыты, каждому теперь заперты. Да, светит его свет ваш путь. Спасибо. И твой тоже. Мы направляемся на аудиенцию к королю наемников. Мятежники пытались захватить замок, и король погиб во время восстания. Теперь эти земли под охраной Пресвятого Аббата. Король наемников мертв? Я забежал чуть вперед, по всей видимости, надо было сразу сюда идти. Чтобы спасти Пресвятого Аббата от той же участи, ворота были заперты для всех, даже для чужаков. Короля любили? Ворота замка Хейл всегда были открыты. Король мертв. Его погубила анархия, которую он сам же и взрастил. Те люди нечисты, они мятежники. Даже сегодня мятежники отвергают наш божественный дар очищения и прячутся в Экисхайме, замышляя недоброе. Но бояться нечего. Мы отправили 10 наших самых дисциплинированных жриц, чтобы разносить истину. Значит, пока там мятежники, ворота будут закрыты. Если вы намерены пройти, пусть вас направит Всеотец. Но знайте, что ворота не просто охраняются.
они благословлены. Только заклинание жрицы может их отпереть. Отлично. Значит, все жрицы сейчас в Экисхайме разносят истину. Я отправлюсь к Вуаль! Горстка чокнутых сектантов. Может и так, но король наемников мертв, и эти сектанты служат императору. Зачем император отправил их сюда? Он хочет развязать гражданскую войну? И почему они нас не арестовали? До них должны были дойти слухи о том, что мы чуть не уничтожили церковь святого Дарчильда. Эль подождет. Сперва выясним, что тут к чему. Случайно нажал... А с ним можно будет еще раз поговорить? Перед тем, как я пойду разбираться с мятежной, да, можно. Ну давайте, это мы уже все обсудим в следующей серии. Жрица в Экисхайме, это как раз, наверное, Анда, это она. Просто, ну, я, как всегда, пошел обходным путем, естественно, также гораздо интереснее, ребята, начать с конца, чтобы потом Рейну присягнувший. А это с этим надо поговорить товарищами, чтобы из церкви их выгнать. И вернуть их все отцу. Потрошителя просто надо укокошить, и это еще ухудшит наши отношения с империей. Все идет по плану, в общем. Но это уже в любом случае будет следующая серия. Сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.